Hyundai Solaris лопнула пружина на передней стойке. Так, ну сейчас надо открутить вот эту гайку, снять вот эту подушку обратную. И снимем колесо, пока не поддонкрачено. Нет, не знаю, там не видать, да, пружину. Сейчас колесо сниму. Я Вадим. Нравятся мои ролики? Ставь нравится и подписывайся. Поехали. Так, ну вот он, кусок этот торчит, лежит здесь. И там у нас слетела пружина с этой, со стойки. Ну, провод не задело, ничего, все нормально. Так, вот я уже зачистил резьбу, побрызгал. Вот здесь провод АБС-ки отключить, ну, открутить. Потом стойку стабилизатора и вот эти вот два болта. Здесь развал не делается, так что болты так можно вытащить. Ну, я имею в виду, что не надо ни снимать ни привод. Здесь ничего. Ну, сейчас открутим стойку стабилизатора и провод АБС. Шланг тормозной прикручен на ступице, на самой, на цапфе. Ну все, и здесь сверху откручиваем. Также откручиваем до того, как подонкратить, чтобы жабо не снимать, потому что вот головка не подлезешь. У меня вот такой вот ключик на 17. Вот он все хорошо подлазит, чтобы не снимать жабо. Так, ну вот все болтики открутились нормально. Здесь тоже открутилось нормально. Вот здесь вот есть место под ключик на 14. И здесь открутилось. А вот эти болтики пришлось выбивать. Ну, как перезаржавели. При сборке их надо зачистить и смазывать солидольчиком. Или я шрусом мажу всегда. Там графитная смазка, она дольше держится. Так, у меня вот такой станочек, чтобы разряжать стойки и заряжать. Вот так вот стоечку зажали. Здесь вот сделанная труба. И зажимаем, засовываем. Вот здесь вот скоба идет под стойку, которая идет под стойку стабилизатора. Вставляем ее вовнутрь. Труба 76. И вот так вот сейчас зажимаем. Лапки подводим. Вот так вот, чтобы они у нас ровно были, стояли. Все, и сжимаем вот за это. Так, пружину взяли контрактную, потому что новые сколько я ставил, ну, туксона, по-моему, я ставил, все лопаются в течение полгода. Взяли оригинальную, или какую там, не знаю, в общем, взяли контрактную. Вставляем, упираем низ вот сюда, вот выступ такой здесь есть, вот так вот. Все, и заряжаем. Все, ставим саму чашку. Подшипник. И упорную подушку. Ну, вот так вот все собрали, все ровненько стало. Там упорчик у нас на месте остался. Все, ну и собираем все в обратном порядке. Понравился ролик? Ставь нравится и подписывайся. Все.